Сегодня у нас 12 июля 2018 года. Это вот Сергей Павлович Попков проходит своим собакам. Так, не мешаться под ногами. Вот он зашел. У него тут собака Верный сидит. Сейчас пойдем гулять. Пойдемте далее. Да, откуда? Вот. Она порвала его, порвала. А где, мать? Которая верно гуляет, где поводок? Там, сейчас принесу. Почему сюда не принес? Порвала, ну, связать. Вот, смотри, как связывают, проще простого. Так, вот она. Как она у тебя его порвала? А я не знаю, это же. Когда порвало, вот, связать. Видел? Обратил внимание? Смотри, может, по-моему, полезно. Вот порванный поводок, вот, разгрызла собака. Он уже был сшит, это долгое время. Вот, связал вместе два узла. Два конца. И вот просто на узел завязал. Вот. Все. Готов. Готов. А этот куда подевать? Этот на место повесить, где он у тебя был, да, все на место сделать. Я Сережа, сейчас хочу купаться? Да. Ой, Дарья не любит купаться. Да, мы ее заставим, надо ей купаться, она уже грязная. Здесь вот завинчена, Володя, посмотри, видишь, резьба. Тут собака не сорвалась, вот он завинченный. Все, сначала поводок пристегивает, потом все, и вот уже идем. Нет, это рядом. Пойдем, пожалуйста, так. Так, не теряйтесь. Рядом. Обгоняй. Рядом. Рядом. Обгоняй его. Рядом. Вот они смиренненько идут рядом. Не тянут. А у кого неопытные, вперед. Вперед. Они вот так вот. Ой, они держат, верно. Вперед, вперед они. Все, они вот. Им в диковинку, что они могут рядом ходить. Рядом. Вот рывок сделал такой. Верно, рядом. И все. Пойдем за ураганом. Рядом. У меня в машине намордник есть, они сверны бывают, выясняют отношения, поэтому я на урагана намордник беру его поводок сначала, пристегиваю поводок, тяну поводок, потом этот отстегиваю, так вот раскручиваю, все, раз, даю команду, рядом. Далее, далее. Хорошо. Далее, умничка у меня. Рядом. Рядом. Пока одного отстегивался. Про третью забыл. Обгоняй. Рядом. Рядом. Остановись маленько. Рядом. Сидеть. Сережа, тебе еще вот шарик надо взять. Шарика. Сережа, давай. Рядом. Опустила. Ну ты все, закрыл. Нахата было закрыла. Нет, у нас мало успела. Рядом. Рядом. Все, выпишел. Теперь давай рядом. То ли умный, то ли вообще рядом. Хороший делает. Рядом. Ну, скорее иди туда, стой, 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 стой. Рядом. Аля. Рядом. Рядом. Вперед. Круто. Одна далее не лежит. Так, подождите. Далее лежать. Ау, не хватило. Лежать. Какая дело-то? А можно мне тоже туда? Да, можно мне тоже туда. Володя, садись.
Так, Володя, вмещайся сюда, мы едем. Клетку, что ли? Собачка, мой момент. Добро пожаловать. Так разудосно. Уходим от машины, уходим от машины. Уходим. Поедем купаться. Ох, там рыжка из-под колес прям выскочила, надо. Да. Вон она убежала. Она. Она не попала под колесо? Нет. Вон она, сними ее. Она не видно. Вон, видишь? Вот отсюда снимай. Да вот отсюда, сюда вот камеру. Да я вижу, видишь? Вон она. Собаки ее не увидели. Чтобы рванули за ней. Поэтому на поводках. Сейчас, ураган, ну не подгоняйте меня. Вот он все время подгоняет. Чувствует, что сейчас. Вот, видишь, поспешишь, людей насмешишь, ураган. Вот не подгонял бы. Вовремя бы сюда свернули. Его бы там не кувыркались бы сейчас. Да. О, да. Сейчас покупай. Вот он наш лагерь. Сними. Здоров. Снимешь ты сейчас. Лагерь, ворон. Вон они, келья стоят. Так. Коров-то в 12 загоняют. Ага. Время ближе к 12. Время 12, все. Значит, мы свободны. По уставу, да. Если собака корову загрызет, мы не виноваты. Нечего в чужое время шастать, да? Сейчас наше время. Ну, коров не видно. Ты что, все ураган стоит? С собой что у меня никто не стоит. Нетерпеливый, да? Да, воздержание ноль. Жаркая погода. Иначе, чем сделал выходной, они даже не согласны по ягоды сходить. Вот тоже глупые ребятишки. В следующий раз он уже на это не пойдет. Вот это вот диванное христианство. Лежать на диване и ничего не делать. Да. Дух праздности. Праздник. Дух не дождется этого праздника. Все, уходим. Далее играется. Вот, верный первым делом сейчас. В воду залез. Обидно урагану, что не достал.
О, верный, вперед успел. Верный, не ты ко мне, Павел. Верный, ну-ка не драться, иди. Вперед! Что-то ураган не прыгнул в этот раз. Он знает, что туда не успеет. Че силы тратит? Умный. А далее поплыла. Хорошо. Вот далее палки не хватило. А что тут? Вон он, береза стоит, может, там где-то. Пока не получится. Ты далее к нему, а ураган рычит. Да. Моя. Не дам, говорит, дам. Вот, брат, сегодня защитно-караульную показывали. Вот такие вот остаются синяки. Ссадинки. Ну, это только-только вот свежие. Свежие. И с верным я показывал. Он говорит, нельзя на собаку себя на себя пускать. Ну, кто-то считает так, я считаю иначе. Верный? Это тренировка. Верный! Опор! Верный! Где он там? Он там свои... Он свою нужду и справлял там. Нужду справлял? Да. Опор! О! Показывала своя палочка. Верный черненькую берет, ураган беленькую, а это учится пока. Если охота на ураган, из урагана учить, никудышный. О, хорошо, ну дай ты девочке, там уступи, джентльмен, никогда не учится. Ну вот, а верный хороший учитель, он даст и это... Отпустит? Отпустит. Верный? А этот нет. Серьезный. Ураган! О, вы. Все, сцепились его. Да. Дай! Верно, реда. Далее. Оп! Вперед! Ну-ка сейчас далее. Хватит, не хватит. Проверим. Никогда этого не было. Далее, опор. Опор. Вот, сразу научилась. Видишь, первый раз такое. Хорошо, далее. Это вот метод подражания. Называется, что армяне, то и обезьяне. По-русски такой метод. Вот, научили ее. За нас она смотрела. Смотрела, вот я ее 3 дня возил. Сейчас вот первый раз я ей палку кинул, до этого никогда не кидал. Все, она также, глядя на него, вышла. Все. Хорошо. Так. Верно, тебе тоже осталось. Дай. Хорошо. Вот. Сейчас одну на двоих спусти. Врага. Да. Далее, хорошо. Хорошо. Прыгать не умеет. Вот. Сейчас далее у верного начнет это отбирать. А этот весь истонался. А ты не стони, ураган! Да. Ага, давай, с тобой наберу. Так, давай, рядом. Нет, она не стала брать. Не стала. Далее. Тоже не стало. Тот за второй пошел. Тот за второй, да. Эту бросил, вторую взял. У него же своя. Верный. А тот-то бери второй-то. Вот два надо принести. Это сложная задачка. Верный. А? И чисто тот-то неси. Ну, ураган, давай. Этот за своей. Это его белое, это же его. Он. Тяжелое ему не надо. Оп! Рыкает. Ураган!
Ураган! Верный! Ураган! Давай! Как они себе пузо не отшибают? Не говори! Я пробовал. Вернее, хотел попробовать, испытать, но не рискнул. У нас иногда это кто-то прыгал на пузо. Как мальчишки, они бомбочкой вот так вот прыгают с задницей. Не знаю, может они ошибаются. Что-то они по кустам разошлись, главное, оба. Ну, а, видишь, синхронное плавание. И синхронное упражнение. Упражнение желудка. Ну что, ребята, накупались? О, этот все уже запыхался. Уже запыхался, уже не молодой, но все равно в старости написано будет сочный и свежий. Он еще не старый, ему сколько, 9 лет. Врага. Они до скольки лет живут-то? Да, бывает до 15. При хорошем раскладе. Верно? Наля! Наля! А вот сейчас длинную одну скину, и они будут бороться там. Врага, вперед! Может, и втроем сейчас у них будет бой. Морской. Морской. Верно, конечно. Ураган, фас! Ураган! О, халява, ураган. Он уже знает, что с верным бороться бесполезно, он его потопит. Да. Он так раз он под воду уходит. Это надо сначала урагана бросить. Верного придержать маленько. Так, ничего вам не дам. Все. Заработали. Верно, он старается, главное. Даля, Даля, не мешай ему, Даля. Даля. О. Хорошо. Хорошо, верно. Верно. Вперед. О, вот сейчас. Пас. Ого, ничего себе. Вперед, вперед, ураган, вперед. Нет, верно, не с той стороны маленько. Нет. О, да, фас верно. Эх, рядом схватились. И она вот. И вот смотри, вот ураган пошел на дно. Все, урагана нет с нами. Ураган! Выплыл, плавать его. А далее его подменила, видишь? Ураган, видишь, поэтому он с верным-то и не связывает. Верный сильнее, он моложе. У него дыхалка лучше, лапы мощнее. Вот. Видишь, ураган тут доплыл-то первый, а? Удержать не мог, да? Удержать уже не может, да. Вот. Верный! О! Даля забрала даже. Верный! Верный! Фу! Опор! Хотел, чтобы он Даля отдал. Ну что, ураган? Готов еще на один бой. Поедем. Верный? Давай, иди ко мне. Давай, матч-реванш. Врага. Смотри, он проигрывает, а все равно рядом. Верный. Верный. Рядом. Давай, лежай. Отдышись маленько. Да, пускай отдышится. Ты бы это у батюшки научил бы. Батюшка ее немножко приучал хлебом, чтобы она в воду слазила, а потом палку стала ей бросать. Хлебом еще. Он без всякого хлеба, он подражание. Все. Вперед. Ого, ничего себе. Прыжок. Он его опередил. Верный? Все, ураган развернулся сразу. Рановато верного брувета. Даля, Даля, хорошо, апорт, Даля, апорт. Вот молодец, Даля. Вот что значит бельгийцы. Даля бельгийская и верный бельгийцы. Хорошо, этот немец уже уносит. У тебя этот сидит большой. Аут. Вот. Верный! Ты куда побежали? Давай сюда! Они вдвоем. Это. Верный! Фу! Вот, верный отдает, умеет.
Леша, фу! Верный, опор, не ты. Верный, ко мне. Все, давай. Ураган, фу. Фу, дай, 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 дай. Да, верно. Рядом, рядом, ураган, рядом. Рядом, рядом. Сидеть, сидеть, сидеть. Сидеть, сидеть. Прям. Далее не прыгает, боится. Прям. Быстрее, быстрее, ураган. Сейчас они хорошо схватили. Держать, держать, ураган, держать. Ну конечно, два бельгийца на одного немца. Бедный урагантик, да мой клочки. Грустно ему стало, опани. Молодёжь, молодёжь. Никакого почтения к старшему. Вот. Он же раньше... Останут дети на родителей. Он же раньше был, я помню, забиякой. Так что ему это возвращается. Да. Я тебе, обидно ему стало. Обида не христианское чувство. Ну что, ну, организм стареет, что теперь? Ураган, иди сюда, иди. Ну, успокойся, ну обидно, ну а что? Все мы тленны, уже здоровье уже не то. Но ты послужил-то верой и правдой мне, где только не побывал. Да. В пяти морях искупался там, в двух океанах, я уже точно не знаю. Но на тебе верному-то до тебя еще расти и расти. Твоя слава-то выше. Благовестник. Да. Сколько? 100 тысяч километров провел на Благовестник. 130. 130. Верный? Неси сюда палочку. Все, давайте, обсыхайте, да поедем. Верный. О, ураган. Иди. Все. Верный. Где там палка? Там? Фу! Большая там? Найдем там большую. Ну скажи, что там, опор? Верно, ищи! Ищи! Ураган, ищи опор! Ищи! Верно? Где-то здесь. Ищи! О, тут еще кол сюда. Нет, кол он где был? Его где-нибудь можно вон той кибитке поставить. Ищи! Поехали! Поехали, потом. Тот уже грызет, смотри ту. Вверх, вот к тебе. Молодцы. Сами раз запрыгнули. О, молодец. Верный, верный, верный. Молодец. На поводочек. Взял ураганчик. Ошейник. Еще я ураганчика бывает тут за этот пристегиваю, чтобы он не доставал. Ну, сейчас вроде посмиреннее стал. Все уже, да? Помудрее становится. Все, пристегиваю, чтобы открыл сразу раз, чтобы они это из машины не выскакивая, не ломанулись там за кошкой или за... Ну все тогда что. Слава богу за все. Вот он там рычать опять начинает. А без намордника может там, конечно, быть сувора. Ураган! Я тебя сейчас пристегну. Раз слег. Вот послушный мальчик, молодец. Вот. Писк это вот парктроник, если трава высокая, он всегда пищит, что сзади препятствия. Хотя препятствия никакого нет, трава. А он это расценивает, как будто стена там. Ну это я-то в армии служил, там тоже у нас линейные части были. Сетка натянута 20 с чем-то метров она. И вот ее, она на касание, то есть если человек ее затронет, у меня на пульту там отображится, что кто-то идет через нее.
И тоже травинки бывают, и мы каждый год чистили от травы ее, потому что она надоедает потом, он пищит постоянно. Травинка заедает. Так, ну-ка успокоился там. Верный в этом плане мне нравится. Спокойный. На него ураган. Последними словами его. Обличает он его или несправедливое обличение. Он благодарит за намерение его молча. В ответ никогда его на злословие за слоем не отвечает. Ну а если тут начинает его грести, он тоже. Ну конечно, он один раз подставит другую щеку, а когда тот его продолжает бить, и он уже ну, только один раз щеку написано подставлять, второй раз. Это уже драка. Уже заводи не было, да? Уже все. Я старался как мог исполнить, но искусил меня. И тогда он врагану наваляет. Ураган. Успокаивается. Запущенный. Ну да, на месяц ему хватает. Причем верно его, ну как бы, ровно на место ставит, только вот когда вот он уже, ну... Наглеет, да? Ну вот обнаглел, он его на место поставил, дальше его не добивает. Мне причем верно нравится. Верно делает все, поэтому он верный. Ты ему сам такое прозвище? Да, я думал как. А что именно повлияло на это прозвище у тебя? Что ты увидел? Ну, вера, верность. Верно. Да. Как я же христианин. Это я потом уже в интернете увидел, что тоже был такой пес верный. Про него там кино снимали. Я даже не знал, что верно там ждал хозяина. Но на самом деле, что касается верности хозяину, он не соответствует своей. То есть его Нестор мог, вот спокойно мы сейчас занимались, он пошел его, отвязал, привязал. Я его для этого не учил, потому что я знал, что вот такая ситуация может быть. Он мне как охранный пес не нужен, я его брал для спорта. Я занимаюсь защитными видами спорта, и собака понимает, что это не охрана, а игра в охрану. Почему Игнат Тихонович, он так и у него внутри все протестует, что они по-другому собак дрессировали. Ну, разные цели. У них была цель охрана государственной границы, там, в МВД он там занимался. У меня другое направление. У меня может любой мальчишка его взять и с ним выступить, вот как Нестор. А увести может так вот любой человек его? Его, ну, запросто. Его украсть можно любому отдаст. У него нету этого. Этому надо специально обучать, и специально собака должна родиться такой. Вот которого я с Кемерово привозил, тот у него совершенно другой характер, который меня за губу укусил. Угу. Вот от хозяйки ни на шаг. Он с хозяйки глаз не сводит, другой кто подходит, он уже видно, что он... недовольный. Готов порвать, да? А верно, он открыт ко всем. И мне это импонирует тоже, что он такой. Ураган тут нет, тот позлее, он такой построже. Ну вот, да. На лагере. О, блин, гости. Вот. Место. Вот, выпрыгивать нельзя без команды. Я когда вот поводки уже взял, вот тогда уже, пожалуйста, гуляй. Вот он, мой хороший собачка, да, гуляй. Далее-то так этого не хватало, сотрудничество. Она тут скучала одной. Ее тут нет, он заморил. Заморил, ну. Морально ведь. Он говорит, а меня заставили взять, я не хотел брать. Ну как не хотел, ну брат родной попросил. Ну. Рядом. А костюм пусть на солнышке прожарит. Стоит. Штаны стоят. Тот уже недоволен сразу. Моя территория. Ну, ураган. Да,
все твое, ураган. Ну кто бы понял. Даже пьет в этом, в наморднике. Он и даже апортировку в наморднике умудряется приносить. Вот палку сейчас кину, он ее в наморднике принесет. Да? Да. Ну если она не толстая. А как понять, что именно собака бельгийская, а не немецкая, например, или какая-то другая порода? Какие признаки-то у нее? Ну, она суши. Как сказать? Ну, суши выносливее, худее. Ну, а на первый взгляд сразу поймешь, если человек знает, да? Ну, конечно. Потому что этот-то он черный, а у тебя как раз другой цвет. Да, ну, они прям, ну... Это нам кажется, что... Все китайцы на одно лицо. А им кажется, что мы на одно... Я вот... Сразу бельгийскую от немца отличу, а хотя они похожи, конечно, немножко. Но... Воды нету? Место, место. Ну был же здесь, ну мог бы набрать. Ну это вот я ему делал колышки, потому что он опрокидывал вчера здесь, ставил чашку. Вот. Все, сейчас собаки будет отдыхать, она уже. Хорошо погуляли они. Да. Воды надо будет дать. А еще не спрашивал, утром кормил, не кормил. Все надо контролировать. Дети у нас безответственные. Водичка стоит. Так. Ну все. Ну вот так вот. Слава Богу за все. Аллилуйя.